Добрый день, дорогие друзья! Выехали на залив. Очень интересно посмотреть. Уже с понедельника тут появляется кит с китенком. Они когда-то заблудились. И вот теперь иногда появляется вот у нас тут в заливе. И главное, до самого ресторана, до конца залива доплывает очень медленным темпом. Геннадий вчера был на рыбалке, и он возле него, ну там сколько-то метр или... Прям вот там, где он всегда рыбачит, как он выдохнул вот эту воду, которую они это... Как фонтан, он не ожидал. Смеется, говорит, я аж напугался. Ну вот все смотрят, ищут, и мне тоже хочется его увидеть, но не знаю, еще в другое место поедет. Может, он уже и выплыл. Скорее всего, он заплыл и родил малыша здесь. Потому что вообще я статью нашла, что их в мире всего 10 тысяч особей. И это, что они очень мелкими группами живут, до 10 особей. И это выплывает в разные места, чтобы им... как-то было удобнее пропитаться, прожить. Вот видите, какие умные, да? Еды-то не хватает, если много в одной куче, да? И вот они это... И, похоже, эти к нам заплыли. А мы все говорим, каждый год рыбы мало, рыбы почти нет. Что такое? Что случилось? Они тут заплыли, съели. А тут залив-то не такой большой. Выплыли, говорят, в Атлантику. С Атлантики они к нам пришли. И поплыли дальше. Ну, вообще, в понедельник он был, вчера Геннадий его видел. Ну, посмотрим, мы еще дальше поедем. Ну, не увидим, конечно, очень жаль. Но я хоть вот фотографию покажу. Люди-то все равно снимали, фотографировали. У нас, смотрите, какая погода. Плюс 8. Это очень мало для нас, чтобы согреться. Ну, куда деваться, будет еще тепло. Ну вот меня тоже напугали. Пробежал возле меня спортсмен, я аж вздрогнула. А ему не холодно, ему даже жарко. Пока-пока. Всего вам доброго. Добрый день, дорогие друзья. Приехали после моря, приехали в магазин, прогулялись. Ну, обзорчик я вам покажу. Кита мы, конечно, там не встретили. Но будем новости читать, где он сейчас... промышляет, искать его. Очень мне хочется его увидеть. Купила себе кофточку. Ну, так по мелочи. Мы особо не собирались что-то покупать. Народу много, машины кругом стоят, все приехали. Всем кому-то что-то надо. Я думаю, что мы сейчас уже поедем домой. Погода не очень. Хочется же пойти, чтобы согреться, посмотреть. У нас еще листочки даже не распустились. Почти. Только-только начинают. Но север есть север. Но в нашем севере другая красота. Кругом океаны, моря, острова. Город курортный, Фленсбург. Мы почти 30 лет тут живем. Мы к нему привыкли. Мы его любим. И прекрасно себя тут чувствуем. Внуки здесь родились. Выросли уже почти. И куда нам дальше? Только здесь и жить. У нас сын все говорил, давайте уедем в Испанию, уедем туда-сюда, там тепло, или на юг. А я говорю, нет, а как же мы без морей, без рыбалки? Пусть рыбы не так много, но она все равно есть. Ну, как-то так. Так что мы будем жить на севере. Здесь у меня и брат живет, и... наши соседи из дома, с которым мы жили в Сибири, в одном районном центре, они здесь это тоже живут. И еще много знакомых. И уже мама моя похоронена здесь, и отчим похоронен. Ну, в общем, привязаны мы уже тут, не знаю как. Ну, это я так с вами немножко побеседовала. Сейчас Геннадий идет, и мы поедем. Пока-пока. Всего вам добра. Мира, благополучия. Самое главное. Все, я отключаюсь.
habe ich mich mal an ihm festgehalten. Aha, aber nicht reinschutzen. Hier mit seinem Baby. Zwei Stück sind das. Ich habe eine Kopfoperation hinter mir, deshalb bin ich so.